первому заместителю главы администрации Маргарского района Матросова Алексею Николаевичу. Что ж, добрый день, уважаемые организаторы, участники, болельщики данного фестиваля. В первую очередь, конечно, я хочу выразить огромное слово благодарности организаторам, спонсорам, которые вас сегодня собрали. Не только за то, что они сохраняют данный вид спорта, но и как бы выносят на народ. Как вы как сказали, сегодня и погода, многие работают по городам. Я тоже им благодарен за то, что они сегодня этот фестиваль проводят, и мне выпало даже приехать сюда. Может, тоже где-нибудь работаю в Ужасской городе. А сейчас прекрасная погода, природа, отдых, за что им благодарен. И, конечно, молодцы. То, что собрались, потому что здесь встречаются люди, которые имеют общие интересы, делятся своими впечатлениями, историями, байками. Только народу и рыбаку в одном месте собрать достойных, притом в нынешнее время тоже тяжеловато. Но надеюсь, что улов, маленький или большой, или, как говорится, раз на раз не приходится. Но надеюсь, все смогли сделать то, что, на что способны. Еще раз большое спасибо. И удачи будущего. Ждем мировых соревнований. Вообще одно соревнование за лето это мало. Нет, если будут такие активные люди, мы со своей стороны готовы поддержать. Осенью будет. 10-го. Мы приедем. 10-го поплавочного. 10-го поплавочного будет? Так, также хочется наградить письмом благодарности нашим судьям сегодняшним. Так, это Костин Максим Владимирович. Следующий судья Априсков Даниил Владимирович. Лукин Игорь Алексеевич. Так, также Костин Дмитрий Владимирович. Я снимаю. Ну иди сюда. Я потом. Оператор, иди. Потом. Подойди прямо со съемкой. Потом. Он должен попасть в кадр. Также хочется выразить особую благодарность нашему повару, который готовит сюда очень вкусные обеды на рыбалках, на всех фестивалях. Вот у ребят на которые проводились ежегодно. Это Южакова Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна. Давайте, давайте, очень вкусно, молодец. Сюда. Не фотографируйте на меня. Наоборот, потому что сюда вкусно кормите наших рыбаков. Спасибо вам. Больше рыбы, чтобы на стол было, ухо шварить, чтобы. Хорошо. Также благодарность нашему участнику и спонсору Басову Сергею Алексеевичу. Также огромный вклад принесли. Это наш маргарский магазин «Клёвый рыбак». Спасибо. 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 Следующие хотим фестивали проводить уже совместно как бы, с этими ребятами. Приятно, когда молодежь поддерживает. Приятно, когда рыбаки верят и поддерживают. И хочется проводить, еще будем проводить. Сейчас 10 числа будем по проводить соревнования. У нас уже традиционно, уже четвертый раз был. И в будущем, и вот вместе спиннинг, все соревнования, все. Да, будет проводиться. Здорово будет. Также магазин Чебоксарский УХ ТВ тоже сделал очень хорошую спонсорскую помощь, но их здесь нету, также мы их потом отблагодарим этими письмами. У них сейчас два магазина. Thank you.
Так, награждается пятое место. Новиков ПВ. Спасибо. Ждем еще новых соревнований, приедем. Позовем друзей. Все надо. Четвертое место. Козлову Аю. Третье место. Краснову ВД. Ну и первое место. Михайлову ЕВ, который поймал жуку. Он поймал шубу на 2,5 килограмма. Молодец. Шупу возьми в руки. Я же тебе говорил сегодня, будет взять сегодня. Бог вернется, все дела. Общее фото с Шупой. Женя, Шупа. Нет, где ты держишь все? Также в номинации «Самая маленькая рыба» награждается Егоров АВ. Вес окуня 20 грамм поставил. Награждение подойдите. На! Это не моя, да? Так, в номинации «Самая крупная рыба» награждается также, получается, у нас победитель Михайлов ЕВ. Он попал, он попал. Боком, да. Иванов, пускай куканы летят. Как раз Олимпиада. Номинация «Самый юный рыбак». Победе награждается Басов Сергей Алексеевич. Кончаров АМ тоже. Григорьев Евгений Владимирович. Спасибо.
Первое, второе, третье место сразу. Сфотографируем все вместе. Грамоты. Возьмите призы, Том, там. Призы, грамоты возьмите. Да, с собой все. Фотомодель. 3 килограмма, да? 2,5. 50, да? 2,5.